С 20 по 30 июля в Maxima Stables проходила акция «Максимальное гостеприимство», в рамки которой входили два всероссийских турнира – Кубок молодежи и Кубок ВКСР. Спортсмены ДЮСШ номер 15 по конному спорту города Рыбинска в большом составе посетили эти соревнования. Представители города Рыбинск, представители школы, конной школы в городе Рыбинск. Молодцы ребята, большой группой сюда приехали, стараются изо всех сил. И хотелось бы отметить, что это такая действительно хорошая тенденция, когда есть возможность выезжать, тренироваться, учиться, даже несмотря, если где-то что-то не получается, где-то есть какие-то ошибки, но только постоянное повторение, постоянный опыт на турнирах приведет к тому, что всадники будут добиваться более хороших результатов. Конечно, сидя дома, не выезжая на турниры, ты этого ничего не добьешься. В дни первых соревнований нашим спортсменам удалось занять призовые места. В маршруте до 100 сантиметров в зачете среди детей группа Б Базунова Полина на Кассандре заняла второе место, а Анастасия Прозорова на Джордане заняла третье место. Заняла третье место в маршруте до 90 сантиметров в общем зачете. В маршруте до 110 сантиметров в зачете среди юношей группа Б Кузнецова Ксения заняла пятое место на эластик. В маршруте 110 сантиметров в открытом классе «Быков Арсений» на «Оскаре» занял третье место. Также Кузнецова Ксения на хоббэй принимала участие в маршрутах высотой до 120, 125 и 130 сантиметров в зачете среди юношей группа А. Listen to the sirens, you'll hear them call.
Ворошилова Екатерина Начестера и Трубина Елизавета Нахилавии участвовали в маршрутах 80 и 90 сантиметров в зачете для любителей. Старты дались нашим спортсменам тяжело. Серьезные маршруты, максимальная высота определила лучших спортсменов. Но это не повод отчаиваться, нам есть к чему стремиться. В перерыве между стартами наши спортсмены смогли почувствовать, каково это тренироваться в прекрасных условиях комплекса, а наши лошади смогли спокойно отдохнуть и расслабиться в Левадах. Зимой, конечно, им тяжело тренироваться у себя в Рыбинске, поэтому они приезжали в Максима Стейблс, и Максима Стейблс предоставляла все условия для этих спортсменов, и не только для этих спортсменов, представителей других регионов, и, как видите, вот дает свои плоды. Они переживают все, это просто как одна семья. Да, чудесная команда, я тоже с ними знаком. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Вторыми соревнованиями стал Кубок Федерации конного спорта России. Кузнецова Ксения на эластике принимала участие в маршрутах до 110 и 115 сантиметров. В Арсении на Оскаре в маршрутах до 110-105 сантиметров. We'll be right back.
Базунова Полина на Кассандре в зачете среди детей в маршрутах 85 и 95 сантиметров. Трубина Елизавета на Хилаве в маршруте до 80 сантиметров в зачете среди любителей. В маршруте до 85 сантиметров в зачете среди любителей Башилова Екатерина на Честере заняла 3-е место. Прозорова Анастасия в маршруте до 100 сантиметров заняла 2-е место. А в маршруте эстафете в команде с Виктором Петровым заняли 3-е место. Эти 10 дней прошли не зря для наших спортсменов. Спасибо Максима Стейбл за такое гостеприимство.